батюшки, 20 немецких танков. В концертном зале предстала театральная постановка, которая показала зрителям события Великой Отечественной войны. Дети младшего школьного возраста обратились к страницам прошлого нашего народа и показали подвиги детей и подростков того времени. Репетиции детского театра «Радуга» шли 3 месяца. Мы, начиная с января месяца, готовили спектакль патриотического содержания «Юный герой Великой Отечественной войны». В нашем детском театре 11 детей, мальчики и девочки – возраста младших школьников, то есть это с 1 по 4 класс. Постановка спектакля повторится 24 марта, но уже в музее-мемориале Великой Отечественной войны в Казанском Кремле. А в апреле спектакль будет оценивать экспертная группа из Москвы. Детский театр вот уже 5 лет подряд выходит победителем в номинации «Лучшая театральная постановка». Это достижение всей театральной труппы, и мы этим гордимся, потому что дипломы получает каждый артист в нашем театре и старается играть еще лучше в следующем театральном сезоне. Спектакль направлен на воспитание патриотических чувств младших школьников и студенческой молодежи. По словам руководителя детского театра КФУ «Радуга» Камала Валеры, дети меняются на глазах, не играя, а проживая свои роли. Диана Агнес, Фарид Закит, Углы, Универньюз.